И всем привет, зрители и гости моего канала, с вами Виталий Крат. Сегодня будем играть на Divine RPG, также изучать Tomcraft. Сегодня мы будем говорить о древних знаниях. Кратостоп. Твой подписчик, надеюсь, что ты это прочитаешь. Мне очень нравится твои видео, хоть я и недавно их смотрю. Надеюсь, тебе понравилась надпись. Да, мне, чувак, понравилась эта надпись. Если не жалко, дай чуть-чуть ресурсов и денег. Я не разбираюсь в модах. Ну, чувак, пересмотри тогда мои ролики. Конечно, неожиданно было это увидеть. Но, ладно, пересмотри видосики некоторые, изучи все, что я там я говорил. Вот это неожиданно, вот честно, чувак, это неожиданно. Вуаля, запомните этого подписчика. Попал ты, чувак. Да ладно, ладно, сейчас дам тебе и ресурсов некоторых, там, халитку вот эту мне не нужную. Не жалко, прям на видео даже. Я честно, я только что увидел, зашел, вижу что-то там, надпись какая-то, какую топ. Добыча. Ну, да, это дам. Пулялку. Все еще. Рупии. Можно еще дать ему кирку. Да, эту дадим. Ну и какую еще? Ну, еды там. Им яблочек вот этих вот. С тортиком. Все. Этот чувак, конечно, поразил меня. Это первый, кто так сделал. Это очень радостно. Держи. Я мало кому так даю, но ладно. Им можно. Офигевает-то. Ура! Ура! Дали вещей. О, я мало кому даю ресурсы, вот честно. Ну, видимо, я тут аура еще переставил. Спасибо большое. Да не за что, не за что, братан. Все, ладно. Произошли некоторые изменения по поводу моего домика. Я ауру немножко тут поставил. Для того, чтобы работала наша адская печка, нужна аура с огнем именно. С большим количеством огнем. Поэтому я поставил две. А чё ты тратишься-то? Был 29, стал 27. А тут 84 так и осталось. Ладно, потом это проверим. По поводу голема все идеально. Эти пашут только так. Закрыл вход. Также говорю, приходите на мой хом, как бы. Так, вон. Фига, переполнен уже? Нифига себе ты. По стаку семян. Ёп. Кстати, каждому, я не знаю. В общем-то, сейчас переставлю это. F. Так, сундуки что-то переполняются. В общем, каждому, возможно, не каждому игроку, который зайдет на этот сервер и напишет мне Кратос ТВ, ну, в личку, естественно, они... Не в глобал, то есть, как личку писать, это черточка В или что-то черточка М. Там без разницы как, но, в общем-то, вот. Вы напишите мне Кратос ТВ, я вам дам броню. Ну, правда, она покоцанная будет, но именно вот эту вот культисту шаровар, мантия, ботинки, вот это все культист. Короче, сет культиста дам и все, гуляйте на здоровье. Сколько мне там фрагментов? А, 54. В общем-то, фарм идет очень жесткий, очень-очень жесткий. По поводу балдажников тоже. Они у меня улучшаются там понемножку, по чуть-чуть. Все идет ходом. Сейчас 40-й левел возьму. Мозгибан, как я и говорил, поставил. Так, что-то много. А, вот. По поводу еще големов, тут можно выбирать монстры. Это... А, анимал... Не надо, это криперы тоже убрать. Игроки и монстры. Анималцы — это курицы, это корова, вот это вот. Все, на полное. Пауки спавнится дальше. Ну и все, ему просто некуда таскать, да? А чё ты? Он, короче, видимо, только через один сундук хочет брать, а через другой нет. Ну, это големы. Да, это големы. Давай тпхаемся, берем сундуки. Идем к этому голему и ставим. Также. А, кстати, еще надо альянс взять. Альянс, и так далее. Мало, а было дофига. Ладно. Так, сейчас голем работать будешь, похоже, у нас. Блоки. Какие же у нас блоки? Вот, древнюю скалу я, наверное, поставлю.
на израсходование. Ну и все. Больше ничего. Ну и вот древний камень. Ну вот теперь точно все. Так, 4 всего, да? Ну, уйди. Я даже не попал по тебе. Что там у нас по поводу... О! Это лучше не превращать адских мышей в вампира. Это не только... Вот. Вот это последний чар. И, короче, на балдажнике улучшаю. Они улучшаются у меня полным, грубо говоря, ходом. Скоро и хор у нас уже будет. Скоро. Ждите. Скоро еще также будут создавать 20 и хор палок. Ну, это я не знаю, на видео, не на видео, то пишите комментарии, я и сам не знаю, надо это, не надо. Хер его знает. На продажу поставлю, на варпшоп также заходите, мой магазин. Все тоже ходом полным идет. Так, ну, по поводу древних знаний. Сегодня древние знания пришли у нас ходом. Голему мы все сказали. Древние знания. Тут всего две стадии, а то и да, две. Первая стадия. Чтобы открыть вам вообще древние знания, они у вас поначалу не будут открываться. То есть они, как бы, это ячейки у вас не будет. Просто будет пусто. Древних знаний вообще тут не будет. В общем-то, вам нужно, чтобы получить эти древние знания, вам нужно сжать мозги. Кушайте мозги, к примеру, стак, там, 2 стака, 3 и так далее, как хотите. Главное, жрите мозги. У вас там появятся древние знания со временем, естественно, ждите. Тут также есть хор, также баг с хором. Просто перезаходите, чтобы избежать этот баг. Он у вас исчезнет. Ну, бывает исчезнет, бывает опять появляется. Как бывает, как всегда. Да. В общем-то, древние знания. Это первая стадия открытия древности. Вторая стадия откровения древности. То есть, как вам получить вторую стадию, вам нужно жрать мозги. И не более. Ну, или создавать големы из плоти. Они тоже там дают бесконечные искажения. Ну, не бесконечные, а максимальное, как сказать... Есть временно, есть максимально. Ну, надеюсь, вы поняли. Мозги сожрете, есть какой-то шанс, что у вас появится надпись, то, что вы съели именно тот мозг, который нужен. Нужно съесть. Да. Не то сейчас что-то сказал. Ну ладно. Тоже големы идут, все. Как бы. Домики достраиваю, поэтому. Ты тупой? А. Что там у нас? Земля. Ясно. То же самое тут. Паранкл. Паранкл. В том плане то, что ран. Вот песня вот прошлая была. Ладно, древние знания. Открытие древности. Также есть порталы. Портал, если я их найду. РГ. Лист. Вот. РГ Инфократос. 3083. 83. 90. Минус 2728. Там есть такой портал. Алтарь древних называется. Кто не знает, как им пользоваться, сейчас вам покажу. Чтобы его вообще открыть, вам нужны глаза древних. А чтобы их выбить, вам нужно ждать, пока появится страж древних. Он появляется. Фига себе, аура. Нормально, еще и чистая. Вообще идеально. Ну ладно. Сана? Ладно. Пусть будет Сана. Вот. Он появляется только ночью, учтите, это сейчас ночь, да? Ночь, чувак, скажи мне. Да не пуляй ты своим шариком. Это не газ, отбивать нельзя. Так, ну, видимо, ночь становится, он по... Или хер его знает, я не знаю. В общем-то, когда вы его убиваете, у вас есть такой-то шанс, что выпадет с него древний глаз. Это вот эта вот херня, глаз древних называется он так. Он выпадет, и вы его должны будете поставить на сам алтарь. То есть сначала заплевать его, а потом уже поставить. Заходите. Не, ну, пока что не заходим, потому что у нас первая стадия. Нужно вторую стадию дождаться. Первая стадия, изучаем все вот это вот. Берем на балдажник сингулярность, кидаем его, то есть делаем сначала. Потом кидаем его, изучаем, у вас появляется сингулярное ядро посоха. То есть это закрытые знания, забытые, грубо говоря. После этого у вас появится, по сути, если вы будете долго сжать мозги и ждать время, то у вас появится открытие древности. Это вторая стадия называется. Ну, я так называю лично. Не знаю, как вы, но это вторая стадия, по-моему. Такая четвертая, тут 4 же этих кругляшка, тут одно. Первая, вторая стадия, все, не больше того. Появляется у вас пустотное деяние, древние глаза, и внешние земли у вас появятся после того, как вы войдете в этот портал. Когда вы войдете, вы изучите... Камень. Какой-то камень вам нужно будет изучить, тому моменту у вас появится открытие внешних земель.
Зайдете, изучите, у вас это появится. Все. Дальше вы должны будете идти на босса, убить его, не брать сингулярную чужую, ну или берите. Вроде этот баг исправили. Я еще не пробовал, не знаю. Ну, вроде нормально все у всех. Мало кто жалуется. Вот у меня одно из таких херней, которые происходит из-за того, что мы жрали мозги. То есть детектор лжи, называю я его. Есть такой. Можно проверить, какое там искажение у вас мозгов. Если он будет все выше и выше, то у вас будет какая-то дрянь твориться все чаще и чаще. Если меньше, то понятно меньше. Поначалу ее, конечно же, не было, потому что мы не жрали мозги. Но потом она появилась, потому что мы начали жрать мозги. Можно также от этого избавиться при помощи ванны. Вот ванна. Там есть у нас такая ванна, типа... Вот, магическая ванна. Надо лечащее мыло и очищающую соль. И тогда у вас полностью искажение исчезнет, и вы можете спокойно бегать, наслаждаться жизнью и так далее, и т.д. и т.п. Да. И так далее и тому подобное. И, в общем-то, вы изучаете сингулярную жемчужину, когда вы убили босса. У вас скроется сингулярная жемчужина, улучшение алхимической печи, сингулярный узел и сингулярный крушитель. Говорю сразу, хотя не сразу, я это еще протещу. Протестить надо еще. Улучшенная алхимическая печка лучше, чем обычная печка, вот эта вот с перегонными кубами. Раза в 4, скажу сразу. Поэтому создавайте ее, если у вас появилось такое нежелание, а мозги переварят сейчас. Если у нас появилось, то вы сразу быстро делайте ее и мочите этот перегонный куб, то есть уничтожаете. В общем-то, заходим в портал, там лагать, правда, будет. У меня, если что, компьютер, там комментарии писали, я не ответил. Вот, зашли мы в портал, я, походу, босса даже не убивал, хотя, вроде убивал. Хер его знает. Ну, вроде да, вроде нет. Ну, честно, я не знаю. Ладно, в общем-то, мы зашли в портал, берем термометр, изучаем все тут абсолютно, ну... Чтобы открылась у вас внешняя земля, вроде бы надо изучить исписанный камень. Или обычный древний камень. А этот вроде нельзя, да? Странный кристалл. Да. И краба древнего тоже. Ну, вазу тоже. Да, видимо, тоже нельзя. Смотри, сначала вы ищете такой входик маленький. Он будет помеченным, грубо говоря, серым цветом. Вы его сразу узнаете. Есть маленькая комнатка, есть побольше комнатка. Маленькая, она для ключа, то есть там будет у вас ключ, а большая для босса. Он там будет находиться, это по-любому. Наверное, не так пошел. Чтобы не лагал у вас, вы просто голову вниз и лагать не будет. Вот видите там, вон там, куда я сейчас смотрю, там большая комнатка. Это означает то, что босс уже убит, то есть там у меня был зараженный щупальца, как я понял. Это у нас большая комнатка. И где-то есть повыше, там маленькая комнатка, небольшая такая, как вот это вот. Как... я чуть не допыхнулся. Древний камень, я его не изучил, а его нельзя изучить, ну ладно. Бежим мы наверх, я покажу вам, что это такое вообще. Потому что видосик сегодня у нас пойдет об этом. И только. Так, ну, ладно, пойдем так, до конца, как получилось уже. Вот, левый верхний угол, смотрите, левый, вон там, вон, куда я смотрю сейчас. Эта комната означает то, что там сейчас есть ключ. Ну, не сейчас, а вообще был когда-то. То есть бегите сначала вон туда, а потом уже к большому тому, большой комнатке. И у вас, и вы откроете портал, ну не портал, а это замок. Короче, откройте, и там будет босс. Убивать его, изучать сингулярную жемчужину, и все будет зашибись. Дальше, хотел опробовать сингулярной жемчужиной, попытаться что-то сделать. То есть, берем мы сингулярку, идем к абсолютно любой ауре. Например, я пойду вот этой вот, она у меня над матрицей. Я не знаю, что она у меня тут делает, я поставил. Там было сказано то, что если мы кинем сингулярную жемчужину, сбился, бывает. Если мы кинем сингулярную жемчужину в ауру, то что-то с ней станет. Давайте почитаем. Вы впервые... А нет, это не тут, это вот сингулярный узел ауры. Вы разработали дикую теорию, достойную исследования. Почему бы не совместить сингулярную
сингулярную жемчужину и узел ауры. Серьезно, соединение двух источников сырой магнической энергии может быть катастрофическим, но это захватывающе и интересно. Вы уверены, что это исследование повысит шансы на успех совсем чуть-чуть. То есть есть шанс, то, что просто бабахнет. У меня такое было. Ладно, ни пуха, ни пера. Видно, не быть мне баскетболистом, да? Что там делаешь? Ну? Чё? Ну, зашибись, в общем-то, понятно. Все ясно, понятно. Да, вот, прикольная надпись, конечно, Кратос ТВ. Ла-ла-ла. Не придираемся. Так, свечку убрали. Поставим, значит, мы плитку, наверное. Так, ну, давай. Должно. Ладно, подождем. Ясно. Ясно, понятно. Короче, это не работает. Хоть сколько кидай. Ни хера это не работает. Вот. Древние знания. Давайте-ка посмотрим, что же у нас такое улучшение хранилища эссенции. Он нужен для того, чтобы работал нормально алхимическая печка. Это улучшенная алхимическая. Вот оно. Стоит у меня хранилище. Улучшение хранилище. Улучшенное хранилище. Он у меня, вот он, стоит, работает, варится. То есть надо его поставить в дырочку, где стоит вот этот вот мех. Вон туда, вон дырочку. Можно абсолютно любую. Это без разницы. И ставим голема с алхимией. Это я показывал в прошлом ролике. Ставим, все у вас будет хорошо работать. Да. Вот так вот. Дальше у нас пустотный металл. Он нужен для того, чтобы скрафтить пустотный топор, мотыгу, кирку, лопату, меч и... броню, сет, грубо говоря. Ломаем банки, чтобы у нас спавнились магические пустотные. Блин, я же сундуки какие-то были. А что с паури? О, они... Короче, это тратится, да, это... Ну, зае... Хорошо, да. Хорошо, однако... Аура тратится время куда? Я думаю, это вообще... В смысле? А ты откуда взялся? Дюб? Ладно, это не я. Не баньте меня, пожалуйста, это не я. Так. Дембель, ты работать-то будешь? Да ладно. Пошел что ли? Да ну, он не тупой. Ну неужели? Ой, забери. Ой, забери это говно. Оно мне нафиг не надо. Ну, вы слышите меня, да? Напишите Кратос ТВ, я вам дам броню. Именно вот эту вот. Что-то ботинок мало. Хотя тут немало. Ладно. Ладно. Дальше у нас идет пустотный металл. Можно сделать броню. Пустотное деяние, оно нужно для того, чтобы у вас искажение, грубо говоря, повышалось. Чтобы быстрее можно было. Хотя, какое там искажение? Оно у вас полное уже будет, но это, видимо, просто для красоты, видимо, создано. Также его можно покрасить любой цвет. Абсолютно в любой. Именно вот это вот. Искажение 2 уменьшения затраты виз. А, затраты виз еще. Правда, и хор вроде бы больше отнимает затраты виз. Да? 4. 4. 3. 4. 4, 4, 8. 14. Чё? Не так. 8, 12, 15. А если это там... Сколько было у нас всего? У нас там... 5, 15. Нормально. Еще были влепить, знаете что? Ботинки эти супер, как не супер, щита вот эти вот. Их роботинки, сапоги щита вот эти вот, да, влепить. По поводу хора, я не знаю, когда мы будем это создавать. У меня топ-матрица, я проверил уже. Я бы насоздал 20 серебряных палочек для ихора. Где они у меня?
Вот они, серебряные стержни. Я стоял, тык-тык-тык-тык. Задолбал тыкать по ним уже. Честно, хоть... Курица, она тут стоит и стоит. Ей все равно, да? Хоть ее проколбасит, она будет стоять все равно. Посмотрим, когда будет их хор делать, ты сама будешь виновата. Если взорванешься, станешь бешеным. В общем-то, вот. Древние здания у нас там дальше идет, по сути... Угу. Пустотный наконечник, я им не пользовался, поэтому не могу сказать, что они дают из себя значить. Ну, самая тут палка большая, это 1500, и то это скипетр. Кстати, надо будет еще проверить, какая палка лучше, либо на 1000, либо на 1500, которая именно аур берет больше. То есть, либо с... Сейчас, либо с уменьшением... Либо с 10% средним затратом виз, либо с обычной палкой без затраты виз, абсолютно. Снимем. 69, да? Счет 10 дает. 5, 2, 2 и 1, да? Ну, ясно. Вот. Дальше сингулярность. Она нужна для того, чтобы у вас был затрат виз на 10% минимум. Это самый минимум, просто крайний минимум. Меньше не будет. То есть, если мы, к примеру, что мы будем делать, мы бы, например, сделаем... Там, тут что-то можно сделать, вроде бы. А вот серва точно запрещена. Угу. Огонь, не тор, копание. Ну это бред. Ну, у меня это все есть. Я просто его создал уже, а мне создавать это нафиг не надо. Наверное, следующий ролик пойдет либо об ихоре, либо об у нас на балдажниках. Но я. Не, сначала на балдажнике сделаю, а потом уже. Как бы начнем о них поговорим. Том записи не работает, поэтому не спрашивайте. На всякий так случай. Так, ну тут все древние, ладно. Переходим мы в сингулярность. Я вам сказал, потом протестим, посмотрим. Ядро посоха, он 250 вроде бы имеет в себе. Очень сильно. Я не знаю, у меня есть, мне дали что-то серебряное ядро посоха. Я не знаю, что он делает. Че, вот че, че... Что это за магистрская палочка? Нафиг она нужна? Ладно, потом в интернете почитаю, я без понятия, что она делает. Но дальше. У нас психический детектор. Я говорил, он... Это есть у вас детектор, который измеряет ваше искажение. Сделать его несложно, совсем несложно. Даже за мини-пипесечку какую-то. Бред. Дальше у нас идет глаза древних. Можно делать глаз древних, да, прикиньте, вот таким вот образом. Чтобы не париться с морокой вон той, которая у нас там происходит. То есть надо убивать древних стражей, с них выпадет пока то, пока все, ну поняли, да? Дальше говорил, ну и все. Сингулярный кружитель, он ломает абсолютно все, абсолютно. Топор, что пустотное? Что-то тут создадим. Ребятки, все, мы скоро будем все это создавать, все это будем тестить, я это создам. Приготовлю все, потестим, все это сделаем, все дела, все тыры-пыры. Говорю сразу, не пробуйте фанту с огурцом. Резко такое, поменяли тему, да? Сначала древних знаний, а потом не пробуйте фанту с огурцом, это отрава. Не, реально, это отрава полная. Я просто сидел, просто в туалете сидел и пил ее. Вот я честно говорю, я сидел в туалете и пил ее. Потому что я потратил 58 рублей на... За то, чтобы хорошо посетить туалете. Даже не просто хорошо, а плохо. Ну, как плохо? Среднячок. Да шучу. Это полный бред. Так, ну и в общем-то, случае... В каком случае мы заканчиваем, наверное, потому что я все сказал о древних знаниях, все, что вообще возможно. Да, возможно. Призики такие небольшие, но они действуют до такой степени, пока они мне не кончатся, наверное. Хотя, нет, давайте до какого числа? До 20... До конца этого месяца тогда будем вещи эти раздам до конца месяца, до конца апреля. Это же апрель, да? Я сбился. Телефон, скажи мне. Апрель? Апрель, да. Правда, не знаю, какое число. Окончание этого месяца, не знаю, хоть вот 31-30, ну как обычно, это же не февраль. Ладно, все, заканчиваем, спасибо, что смотрели, с вами был вот это вот чудо.
смотрите описание, комментируйте, ставьте лайки. Скоро будет здоровый конкурс в честь 1000 подписчиков, ну и 9 мая вместе взятых. Все. Описание смотрите обязательно. Заходите в мою группу ВК, она на ВК, ну это понятно, это даже логично даже. Все, всем спасибо, всем пока.